Привет, ребята! В Ростове-на-Дону выпал снег, а значит, скоро он превратится в лед, значит, скоро мы будем падать, потому что в Ростове-на-Дону с прошлого года не посыпают тротуары песком, потому что это грязно, и это правильно, в общем-то. Снег надо убирать, но, естественно, снег не везде успевают убрать, и люди получают травмы, переломы, падают. И чтобы мы не падали, у меня есть ледоступы с шипами. Они надеваются на обувь.